Мудрости на Дону. Категория 12+. В студии Инна Билан. Здравствуйте. 12 сентября из-за ремонтных работ в шахтах отключат воду, сообщили в пресс-службе администрации города. Так, с 8 утра краны опустеют в поселках Майский и Южное. Также без воды останутся жители Октябрьского района. Причина неудобств – врезка абонентов к новому водоводу. Подвоз воды обеспечат 5 автоцистерн. Возобновить подачу воды обещают утром следующего дня. Напомню, на этой неделе в некоторых районах Ростова будут отключать электричество. Причина – профилактические работы на линии. В Ростове поймали грабителя. Добычей злоумышленников стали деньги, сообщили в пресс-службе Донского главка МВД. Жертвой уличного грабителя стал местный житель. Он стоял около продуктового магазина, когда злоумышленник выхватил у него из рук сумку, в которой находились деньги, и убежал. Подозреваемым оказался 35-летний горожанин. Выяснилось, что украденные деньги он успел потратить. Возбуждено уголовное дело. 6 партий будут представлены в Донском парламенте. Избирком региона подвел сегодня предварительные итоги выборов. По партийным спискам законодательное собрание прошли «Единая Россия», набрав 57% голосов, КПРФ – чуть более 17%, ЛДПР – почти 10%, «Справедливая Россия» – 7% и «Партия коммунистов России» – 5%, говорит председатель избирательной комиссии Ростовской области Андрей Буров. Коммунисты России получили 1 мандат, Либерально-демократическая партия – 2 мандата, Справедливая Россия – 1 мандат, партия «Единая Россия» – 21 мандат и Коммунистическая партия Российской Федерации – 5 мандатов. По одномандатным округам места в парламенте распределились следующим образом. 25 мандатов получила «Единая Россия», 1 мандат «Справедливая Россия», 3 мандата у КПРФ, 1 у партии «Роста». Если сравнивать с прошлым составом, я напомню, у нас там 3 партии было, да, теперь 6, практически в 2 раза партийное представительство Донского парламента увеличено. Потому что мы сейчас видим, обновление достаточно серьезное. Предварительно проходят, уже видно, что очень много новых фамилий. Явка на выборы составила 45,4%. Самыми активными избирателями стали жители сельских территорий. Отмечу, закон о предоставлении льгот в связи с возрастом, а не фактическим выходом на пенсию, уже в сентябре рассмотрит парламент нового созыва. Об этом во время телемедиа-марафона «Ночь выборов» на телеканале «Дон-24» рассказал председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко. Ценители люков и старинных труб приглашают в Ростовский водоканал. На новой выставочной площадке разместились подлинные элементы водопроводно-канализационной системы города, по которой можно изучить не только историю Ростова, но и всей страны. Среди предметных экспонатов – канализационные люки 19 века, дореволюционная водопроводная задвижка с бронзовыми деталями, городские колонки и гидранты довоенной поры, насосные агрегаты, произведенные в союзных республиках в советское время. Значительная часть экспонатов была найдена работниками предприятия в местах проведения ремонтно-восстановительных работ. Интерес представляет и коллекция люков разных городов. На старейших из них сохранились фамилии местных купцов, которые хоть и не имели отношения к водопроводу, но использовали гравировку на крышках в качестве саморекламы. Экспонаты собирались на протяжении десятилетий. Параллельно этому вела серьезная архивная работа по поиску исторических данных. Это были новости на FM на Дону. Телефон редакции 200-0849. С вами была Инна Билан. Еще больше новостей читайте на сайте don24.ru.